place, a new home for a while. Let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. A new man passing by. Life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. So much fun, right? Okay, rotate me. You're towing me, you're a tow truck. Behind. Really doing so much work. So we are out here paddle boarding. Say hi, Morgan. Kind of far away from the shore. Повлиял, ему не дали каяк, но он думал, что он на каяке. Немного обознал, скажи здорово. Здорово. Параллельная парковка. Ко мне припарковались. Паша, короче, вон он там. Видно его. Он взял с собой телефон. И он не боится. Папа говорит. Он взял с собой телефон, и он не боится его утопить. Он вообще в одежде, в футболке, короче. Он только что сплавал туда, вот за утес в открытый океан. И ему пофигу, он не боится утопить с собой всю свою там вот эту вот технику и кошелек даже с собой взял. Я этого не понимаю. I caught you. Морган, это тренер. С тобой. А это настоящий digital nomad. Он, короче, с ноутбуком. Его сюда в океан. В футболке. Я телефон. Digital nomad. Я просто сел за жопой на тапок и блин. Работаем в океане. We finally caught up. Pasha is in the rowing competition. Look at him. Now we've arrived. That was a good set of paddle boarders. Decided not to go behind the cliff. We did go actually beyond the cliff. Like Kung Fu Panda, what's up? Kung Fu Panda. Так, куда идем мы с Павлиилом? Идем проверять тропу самого крутого уровня сложности с прекрасным видом на море. Для этого нам нужно спуститься на 150 метров вниз. И после нас ждет карниз, идущий вдоль побережья аж до Марайерской долины. Придется пойти и вернуться по той же дороге, что мы туда шли. Вот здесь. Это вся тропа, но мы по... Мы океан будем видеть, да? Да, конечно, мы не пойдем. Мы дойдем где-то вот до сюда, до восьмерки. То есть, чтобы спуститься на пляж, вот здесь по прямой пойти, вон там. Да, туда будем спуститься. Да, мы сейчас пойдем тупо вот здесь вот по обрыву. Карнизу, да. Не по обрыву, а просто стой. Сделано. Давай 40 минут туда и 40 минут назад. Да. Здесь, кстати, вот это пляж контрабандистов. Секретный пляж раньше был там в 20-е года. Вот это, да? Начало 20 века, то есть 1920-30-е года. Там всякий контрабас выгружали, полупираты тусовались, наркотики разгружали и все остальное. Вот и до этого тоже было. Ничего стрёмного там нет, просто пара было заброшенных хибар, вручную сделанных.
землянки. И тропа сквозь ущелье, которое идет в город. Вот раньше туда поплывал корабль, выбрасывал все, на месте люди забирались, обсервали, все это попадало на Иберийский материк и дальше расползалось по всей Европе. Кайф. Ну что, пойдем на тропу. Так, здесь мы вышли вот отсюда. Такая смотровая площадочка. Там дальше пройти будет спуск на пляж. Ну вот здесь там тоже видно этот пляж, эту пещеру. И, собственно, вот вы видите вот эта вот линия горизонта, где мой палец прям проходит. Там океан. Он довольно-таки высокий. А здесь море. Здесь вот средневековое убежище. Да. Типа, если поспать захотелось. Ну только всякие сволочи, потому что здесь пописать, хотя это можно сделать на улице. Короче, это средневековый бомжатник. Снимаю. Уже? Ну, что я вам могу сказать? Мы продолжаем наш маршрут. Хайк-маршрут вечерний. Находимся на тропе. Свети туда дальше. Древность этой тропы я не могу вам сказать, но ей минимум лет 100, это 100%. Вот, выглядит это все очень впечатляюще, романтично. Если когда-нибудь были Догоря и Петри в Крыму, что-то вообще есть. Да. Мы идем назад. Нашли скалу. Наглядный пример того, как агрессивная морская среда в совместительстве с сильным ветром и солью уничтожает просто как какая-то ржавая коррозия ест просто эту гору. Когда вся такая потихонечку, если все потеребить, она обваливается. Вот. Здесь прям нереально красиво. Мы такие фотографии классные сделали. Идем назад. Да нет. Это даже упадет. Ну да. Слышишь полость внутри? Офигеть, здесь прям, смотри, там гнездо. Да, так вот жил. Гнездо птичье. Это логичное место для гнезда. Прикольно. Ладно, пойдем. One of the best cities in Spain, in my opinion. Better than Barcelona? Valencia, I think, is way more different from Barcelona. It's cheaper. So life is a little bit more quiet here. But I would love if the city would be a little bit bigger, in my point of view. You can see the river Turia. It's not like a river anymore. They're using it as a park. National Park of Valencia, and it's really, really good. How do you like it? It's pretty. I like it. The difference between Catalonia and this place, these people are for European Union and Spain inside the European Union. So this is one of the main streets, historical streets. Which lead exactly to the city center, Plaza Colón. It's like your Times Square here, with main shopping mall and main street Gran Via. So here it is, our nice Valenciana vlog. You can see it. Here you go. That's why you give to me. Start your own vlog. You're filming. I don't wanna. It's so easy to film though. Мы здесь уже были, на самом деле, мы на другом мосту, рядом с национальным парком Тури, где раньше текла река. Теперь вместо реки здесь парк.
Okay, so we are in the Oceanographic Museum. And so far, so good. Look down. Yeah, I would like to eat it, you know, barbecue.